Соревнования по картингу в Камских Полянах проходят регулярно. Местная школа автоспорта в республике на хорошем счету, потому и съезжаются на ежегодный кубок ТФНК гонщики со всего Татарстана. Заезды проходили в очень плотном режиме. 500-метровая трасса хоть и небольшая, но виражей предостаточно. Условия непростые, от того и без аварии не обошлось, к счастью, без последствий для пилотов. У меня случился случай, то что меня дали толчок в заднее колесо, и у меня машина начала нести и перевернулась. Состязались в трех классах: СТРИ, 125 стандарт и пилот. За призовые места боролись представители 15 городов со всего Татарстана, а это без малого около 70 человек. Конкуренция была очень высока, градус борьбы за медаль повышался с каждым новым заездом. Во всех трех классах с большим отрывом лидировали представители Сарманова. Они же взяли золото и в командном зачете. Параллельно с этими заездами на Майдане в клубах пыли сильнейших выявляли пилоты багги. Кубок Республики Татарстан также разыгрывался в трех классах – микро, мини и макси багги. В этом году организаторы пригласили на Нижнекамскую землю не только татарстанских пилотов, но и представителей Чебоксар и Тольятти. Дело в том, что вот наши все равно чуть-чуть посильнее, Чебоксарская федерация, она помоложе, но за нами тянутся. У нас наш Татарстан впереди планет всей, так в России. На самом деле мы более-менее достойные, более-менее хорошие, понимаете. Ну, на нас равняются, и мы на кого-то равняемся. Зрелищность повышалась вместе с тем, как менялись участники. Чем выше класс, тем больше скорости и пыли. То, ради чего здесь и собрались все поклонники этого вида спорта. В классе макси первым стал Данил Жаворонков. В классе мини-багги Максим Кузнецов. В классе микро золото взял Эмиль Дияров. Самое трудное было, что, ну, когда я ехал, у меня еще колесо отлетело. И было самое трудное. Макси интересней. Потому что они взрослые, с ними, ну, с ними интереснее кататься просто, а с маленькими неинтересно. Всех выигрываешь? Да. Вот на России я участвовал в Курске, в Воронеже. Ну и как успехи на России? Отлично едем, но вот всегда у меня в финалах проблемы выходят. То цепь слетает, то еще что-нибудь. Также в отдельном зачете соревновались три самых быстрых багги. Гнались пилоты за кубок главы Камских Полян. В этих заездах лучшим также стал нижнекамец Данил Жаворонков. Кирилл Давкаев, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.